канун начала учебного года городские службы проверили состояние разметки и дорожных знаков, расположенных рядом со школами и детскими садами. Всего в Сочи 168 образовательных учреждений. И яркая разметка на пешеходных переходах уже сегодня есть абсолютно везде. Внимание служб первый заместитель главы города обратил и на дорожные знаки. Много фактов, когда дорожные знаки закрыты зеленью. Вы анализировали, какую работу необходимо провести, чтобы они издалека просматривались хорошо? Проводим работы по обрезке деревьев, веток, которые мешают видимости дорожных знаков. Сейчас есть понимание, программа какая-то, когда, в какие сроки, в каких местах эту работу надо провести? Все этих мест мы понимание имеем, и я говорю, до 1 числа все работы будут выполнены. Для контроля ситуации проводятся регулярные объезды. Перед началом нового учебного года безопасность движения на городских улицах, ведущих к школам и детсадам, проверят еще раз. Разметка на пешеходных переходах Сочи бело-желтая. По мнению специалистов, это положительно влияет на безопасность пешеходов. Яркие полосы лучше просматриваются издалека, привлекают внимание водителей, да и на имидж города новый цвет дороги повлиял позитивно. В этом году они не были заложены в смете, но тем не менее решение главы города было изыскать дополнительные средства. Они были выделены, и мы, серьезно украсили дорожную разметку. Я думаю, что при формировании бюджета на следующий год обязательно надо будет эти средства предусмотреть. Но это не просто, требование ГОСТа, наверное, да? Это и украшение города, украшение проезжей части, в конце концов, город становится более ухоженным. Обсудили на встрече и планы подготовки к зиме. Так, с наступлением холодов на дорогах курорта появится новая уборочная техника. Это будут современные универсальные машины, способные очистить улицы и от мусора, и от снега. Предложение о закупке техники уже рассматривается департаментом дорожного хозяйства города.